Новоселье в реабилитационном отделении для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья в Микуне. Отныне занятия будут проходить в современных и просторных помещениях. На месте сейчас работает наша съемочная группа. Наталья, здравствуйте. Как обустроили зоны для отдыха и занятий специалистов Центра соцзащиты населения Усть-Вымского района? Здравствуй, Анна. Мы сейчас находимся в новом социально-реабилитационном отделении для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Еще год назад педагоги, психологи и подопечные ютились на базе 2-го детского сада. Учреждение располагалось на первом этаже в помещении детсадовской группы. Сегодня гостей встречают 4 просторных светлых кабинета. Здесь оборудовали сенсорную комнату и многофункциональный зал, в котором мы сейчас, кстати, находимся. О том, как специалисты и подопечные обустроили на новом месте, расскажет заведующая социально-реабилитационного отделения Центра социальной защиты Усть-Вымского района Надежда Викторовна Горло. Надежда Викторовна, день добрый. Расскажите, пожалуйста, какие занятия здесь будут проходить, ну а самое главное, как обновление восприняли те, ради кого вы работаете, ваши подопечные? Наши ребята, да и взрослые тоже, приняли наш новый дом просто с огромной радостью. В сенсорной комнате у нас проводятся индивидуальные групповые занятия с психологом, а также в нашем многофункциональном зале проходит множество интересных занятий, праздничных мероприятий, кружковая работа для детей в творческих мастерских. Еженедельно в этом зале проходят турниры по настольным играм в клубе «Твой шаг». Также с удовольствием посещают наши занятия оздоровительной физкультурой, школу компьютерной грамотности, граждане пожилого возраста и граждане с инвалидностью. Среди наших подопечных взрослого поколения очень пользуется огромной популярностью правополушарное рисование. Какие планы на следующий год? Какие проекты будете реализовать на базе отделения? Ну, планы на будущее у нас, как всегда, грандиозные. Мы будем продолжать активно реализацию федеральных и региональных программ и проектов Республики Коми, в том числе продолжать реализацию комплекса мер по развитию стационара замещающих технологий. А также на 2022-2023 год наше учреждение включено в систему комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов по направлению сопровождаемое проживание граждан с инвалидностью. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Отмечу, что в этом году учреждение отмечает 20-летие, и отрадно, что в декабре здесь пройдет большой праздник в новом светлом доме. Анна, передаю слово в студию. Наталья, спасибо.